Развитие технологии блокчейн для безопасного хранения данных о собственности. Американская фондовая биржа NASDAQ подала ведомство по патентам и товарным знакам США заявку на патент блокчейн-системы для контроля и безопасного хранения информации о праве собственности активов. Сообщается, что технология блокчейн будет использоваться для регистрации владельцев активов, которые благодаря специальному цифровому кошельку смогут получить доступ к собственности. В заявке сообщается, несмотря на то, что технологии Grassbook, которая использует технологии блокчейн, демонстрирует большой потенциал. Необходимо дальнейшее усовершенствование возможностей, производительности и эффективности таких технологий.